песни, Павел, как прекрасные песни. Вот оно радужное событие этого лета и нашего любимого города. Давай на фестивале. Это наклейки у вас такие, да? Что это рассказать о нам? Это наклейки на автомобиль, мы их раздаем совершенно бесплатно. Также здесь мы календарики раздаем, листовочки, рассказываем, что будет происходить на нашем фестивале. И, конечно же, продаем билеты. А чем же билеты? Сегодня билеты по 500 рублей. Ну, заманчивая цена. Тем более, что за 7-й фестиваль, тем более, сколько всего, сколько всего там будет, расскажи. Помимо того, что будет очень интересная программа в небе, будут выступать 6 российских команд. Этот фестиваль будет международный. Команды из Норвегии, Болгарии и Азербайджана, 3 российских команды. Есть достаточно интересные музыкальные программы интересные будут у нас. Группа Иван Купала, специальный гость. Это здорово, друзья, это интересно, тем более еще и Иван Купала. Группа Иван Купала, давненько в Смоленск не приезжали. А Коля Микулишна, ну-ка, давай. Государыня моя, Кострома. Там Коляда. Ну ничего страшного, да, ничего страшного. А мне нравится этот здорово. А, нет, это та же самая песня. Ну а так начинается необычно, что сразу не скажешь. Здорово, Кострома, здоровенько вот это вот. И ой, зайника, ой, серенький, сам маленький, хвостик беленький. Диско РТ еще у вас будет выступать. Хорошая группа такая. В свое время на нашем радио звучала песенка их хорошая. На нашем советском радио, абсолютно верно. Ну что ж, дорогая моя Микулишна, пойдемте вот с ребятами тюркинскими прогуляемся. Ну а вам удачи, конечно, в распространении. Как-никак, мне кажется, уже, наверное, много продано билетов. Ну, вообще, в целом. Люди, подтягивайтесь, билетов много, на всех хватит. Сегодня со скидкой можно купить билеты на фестиваль «Смоленский звездопад», который состоится 22 июля на аэродром Южный, очень близко от города. Поэтому подходите, покупайте. Кепочки в подарок тут дают. А кепочку в подарок за что? За покупку билета. За покупку одного билета? А сколько надо купить, чтобы получить кепку? Кепочку вам дали. Ясно. Кто возьмет эту пачку, тут получит кепачку. Ну, кепачка это кепачка. Пойдемте дальше, друзья. Сегодня мы продаем билеты. Вот, так они стоят. День. Нет, спасибо.